Привет всем, канал AliExpress Buyer. Распаковка очередной Bluetooth портативной колонки. Комплектация. Как всегда, мануал. Простой джек-джек-аукс. Простой микро-USB, очень все это хлипенькое, маленькое. И сама колоночка. О, ну вот это вот по качеству уже, по тактильным ощущениям, мне нравится. Прикольная она такая. Сейчас послушаем ее и дам свой вердикт. Итак, закончил я тестировать колоночку S311, и очень я ей доволен. Ну, прям приобретение просто отличное. Начну с внешнего вида и того, что тяжело передать на видео, это тактильных ощущений. Собрана колонка очень качественно. Большую ее часть поверхности занимает вот такая вот решетка. Гриль ее обычно называют, решетка, которая закрывает динамики. Она сделана, не пойму, то ли из пластика, скорее всего, из пластика. Ну, очень приятного такого на ощупь. Дальше сверху идет полоска из пластика. Пластик, такое ощущение, будто бы в него резина добавлена, вот как soft touch. Очень такой прикольный на ощупь. Снизу опять приклеены защитные пленочки на ножке, снимем их. Так, по техническим характеристикам. Вот в мануальчике у нас все написано. Здесь у нас два динамика по 5 ватт. Если под определенным углом посмотреть, то вот здесь они находятся, два динамика я вот вижу. И сзади находится пассивный излучатель для увеличения баса. Про емкость аккумулятора нам неизвестно, не написано. Написано 6-10 часов оно играет. Вес 400 грамм. Размеры видно на картинке. По портам здесь все стандартно, как у всех. Колонок это уже такой набор, который встречается везде. USB флешка, рычажок включить-выключить, line-in это вход, джек AUX, микро-USB для зарядки и отверстие для карт памяти. Что мне самое главное в этой колонке больше всего понравилось, это реально офигенный звук. В этой колонке реально есть хороший бас. И от такого размера, за такую цену, чуть больше 1000 рублей, такого глубокого хорошего баса я не ожидал, честно скажу. По кнопочкам у нас микрофон, переключение режимов, снять трубку и переключение треков, или если долго держать, громкость, увеличение, уменьшение, как всегда, вот эти комбинированные, не лучше это вариант, но никуда с этого не деться. Так, включим. Также хочу отметить, что это первая колонка, в которой все переключения режимов озвучены мужским голосом, и он такой приятный, не имеет какого-то мерзкого акцента, как ну, вот на предыдущих колонках. Поэтому сейчас мы включим колонку. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device paired. Отлично, вот мы подцепили наш телефон Xiaomi и включим музыку. Отлично звучит, чувствуется бас. We'll be right back.
выключим. Так, переключение режимов. Radio. Радио. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device paired. И наша флешечка. Music. Ну что, можно подвести итог по этой колоночке. Самое главное, что она офигительно звучит, в ней есть бас, она компактная, она очень приятная на ощупь. Ну и цена чуть-чуть больше, чем 1000 рублей на Алиэкспрессе, вообще просто отличный вариант, очень ей доволен. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если вам интересны обзоры товаров из китайских магазинов, таких как AliExpress. Ставьте лайки. Всем спасибо.